Привет! В этом коротком видео я расскажу вам о возможности, о которой я узнала меньше года назад. Это связано с путешествиями и деньгами. Я уверена, раз вы смотрите это видео, значит и то, и другое вам интересно. Речь пойдет о сервисе, который объединяет в себе более 400 тысяч человек по всему миру, одной простой идеей – путешествовать и зарабатывать на своем образе жизни. Проще говоря, это сообщество свободных от стереотипов людей, которые решили изменить свою жизнь, стереть географические и финансовые границы с помощью простого мобильного приложения, которое называется Dream Trips. Как и все мобильные приложения, к которым мы привыкли, его можно установить на планшет или телефон через App Store или Play Market, а также использовать браузерную версию сайта, где у каждого пользователя свой личный кабинет. Что включает в себя приложение Dream Trips? Да все, что только необходимо для организации своих путешествий. Можно забронировать готовый тур или спланировать путешествие, забронировав отдельно отель или виллу в любой стране или нескольких странах, если вы планируете посетить несколько стран. Купить авиабилеты любой авиакомпании по любым направлениям, воспользоваться каршерингом в любой стране пребывания, организовать свой досуг, развлечения, экскурсии, мероприятия, все, что хотите увидеть. Или вообще отправиться в морской круиз туда, куда захотите. Далее я чуть более подробно расскажу о каждом продукте. Итак, сервис Dream Trips – это разработка американской компании World Ventures, которая на рынке уже более 13 лет и входит в рейтинг топ-50 компаний мира, в топ-20 среди компаний прямых продаж в Америке и номер один в сфере туризма. Все продукты сформированы крупнейшим американским оператором Rovia, который, в свою очередь, имеет огромное количество туристических наград. Rovia – многократный обладатель престижной премии Magellan Awards и имеет 42 награды World Travel Awards, которых у Аэрофлота, например, 8, а у сервиса Booking.com всего 2. Основной продукт – это эксклюзивные авторские туры, которых на сегодняшний день на платформе более 4000 по 52 направлениям. Их уникальность в том, что они уже включают в себя различные развлечения, экскурсии и подарки. А сервис всегда предоставляется только на VIP-уровне. Я выбрала несколько DreamTrip'ов, сравнила их с Booking'ом и нашла дополнительные опции, которые уже включены в наши туры. И сейчас я покажу вам, что у меня получилось. Например, вот тур выходного дня в Румынию. 3 ночи, 2 дня с проживанием в 4-звездочном отеле, с питанием завтрак плюс ужин, с экскурсией по городу и горным туром с посещением скайпарка у нас на платформе стоит $198 на двоих с учетом скидки. При этом на букинге только проживание в этом отеле на эти же даты на двоих стоит столько же, с питанием на базе завтраков. И все дополнительные расходы увеличивают стоимость тура еще больше, почти в 2 раза. Или вот, например, тур в парижский Диснейленд. У нас на платформе после удешевления стоит этот тур $633 на двоих. А если бронировать такой тур отдельно через букинг и покупать билеты в Диснейленд парк и студию, то это обойдется $768. Кстати, в этом туре я была с дочкой в феврале, и отсканировав QR-код в нижнем правом углу, вы можете увидеть наше фото из путешествия. То же самое с туром в Дубай, в котором я была в декабре. У нас он стоил $1423, а самостоятельное бронирование обойдется $1585 на двоих. При этом у нас VIP-сервис и полностью организованный ежедневный досуг и трансфер. Мы просто наслаждались путешествием и не думали, как нам себя развлекать и что посетить. В приложении есть ограниченные туры, которые доступны только платиновым клиентам клуба. Например, вот Мальдивы. На первый взгляд кажется, что разница по стоимости всего $58. Но в нашем Dream Trip'е аренда всего немоторизированного оборудования бесплатна на протяжении всего путешествия. А так это стоит $40 в час, поэтому экономия составит гораздо больше. Еще одна категория туров – это мега-дримтрипы. Вот такой 5-дневный тур в Египет с проживанием в шикарном 5-звездочном отеле Rixos по системе «Ультра все включено» стоил $508 на двоих. Посмотрите, какая разница с букингом. Этот тур называется «Мега», потому что в нем было более 1000 человек из разных стран. И главная прелесть всех этих поездок для меня – Египет, Диснейленд, Эмираты – в том, что лично я не заплатила ни цента за эти туры. Я оплатила их внутренней валютой клуба, которую мы получаем вместе с живыми деньгами за то, что рекомендуем сервис другим. В этом году на платформе появились первые туры в Россию – Казань, Сочи, Москва, и планируется еще Питер. Для нас это очень ценно, потому что бывает, что люди не имеют возможности путешествовать за пределы страны какое-то время, зато у них теперь есть возможность путешествовать по России в VIP-статусе.
Все дрим-трипы формируются заранее, на определенные даты, и обновляются в приложении каждую пятницу. Но есть люди, которым неудобно бронировать заранее. Для таких на платформе есть более 40 туров с открытой датой, где человек может выбрать удобные для себя даты, а не подстраиваться под даты туров. Очень крутые предложения есть в категории тематических туров, которых у нас огромный выбор. Есть и кулинарные, оздоровительные, спортивные туры. Например, вот такой классный тур в Абу-Даби на Формулу-1 с проживанием, питанием и включенными в тур всеми необходимыми входными билетами и пропусками у нас будет стоить $1629, а на букинге только проживание в этом отеле в период проведения гонок будет стоить дороже, чем у нас стоит весь этот тур. У компании есть своя собственная волонтерская организация World Ventures Foundation. Она одна из самых крупнейших в мире. И на платформе, конечно, огромный выбор волонтерских туров по всему миру. Помимо туров, есть большой выбор круизных путешествий. Более 4000 круизов от 7 дней, отплывающих из разных городов и стран, с заходом в различные порты и разнообразными маршрутами, включающими экскурсии в каждом городе остановки. Это все, что касается авторских туров. Для всего остального у нас есть отдельная платформа Rewards. Здесь я тоже подготовила несколько сравнений. В этом отеле в Москве я сама останавливалась и сэкономила $250 на бронирование. Посмотрите, какая разница с букингом. То же самое в других странах. Например, отель в Казахстане, в городе Алматы. Разница 16 тысяч рублей. А иногда встречаются на самом деле уникальные скидки на платформе. Например, я нашла вот такое предложение на отель в Риме. Скидка 75%. В сравнении с букингом на те же даты, это просто нереальная цена. Или аренда автомобилей. Тот же самый автомобиль, в той же самой стране, на те же самые даты. У нас дешевле арендовать аж целых в 2.5 раза, чем на самом популярном каршеринговом сервисе. И экскурсии, развлечения. Например, вот вечерняя прогулка на яхте в Дубай у нас на платформе будет в 2 раза дешевле, чем покупать билеты на месте. Вы уже, наверное, заметили, что я ни разу не упомянула про авиаперелеты. Дело в том, что они у нас продаются отдельно, также на платформе Rewards. И их удешевлять нельзя, то есть мы всегда покупаем авиабилеты за свой счет. Но компания дает нам возможность компенсировать стоимость авиаперелетов, даже если мы приобретаем билеты не на нашем сервисе, а на любом другом, например, на Aviasales, Skyscanner, One2Trip, где угодно. После поездки мы заполняем форму, отправляем сканы посадочных талонов в компанию, и она возвращает нам 100% стоимости авиабилета деньгами на карту, при условии, что у нас достаточное количество внутренней валюты на счету. Можно компенсировать стоимость любых своих авиаперелетов, как международных, так и внутри страны. А если при этом пользоваться мильными картами авиакомпаний, бонусными программами банков, то можно получать сверхвыгоду от своих путешествий. Еще одна уникальная крутая фишка, доступная только для членов клуба – консьерж-сервис. Это отдельное мобильное приложение или вкладка на сайте в вашем личном кабинете, где 24/7 вы можете пользоваться опцией «Личный помощник», где бы вы ни находились – в путешествии или в своем городе. Сервис работает на 32 языках, в том числе и на русском, и консьерж может помочь вам, например, заказать столик в ресторане, забронировать билет на мероприятие, заказать лимузин или доставку цветов в другой город, например, или вызвать клининговую службу домой, или купить рецептурные препараты в аптеках при необходимости, находясь в путешествии. Также у нас есть крутая партнерская программа Dream Trips Local с кафе, барами, ресторанами по всему миру, при посещении которых нам также начисляют повышенный кэшбэк от 20 до 50%. Все любят кэшбэк? Мы эти деньги также можем использовать на удешевление туров. В Москве уже подключен первый ресторан-партнер, а скоро и в других городах появятся заведения-партнеры. Сегодня у нас есть две клубные карты – Gold и Platinum. И уникальное предложение по их стоимости, которое будет действовать только до 19 июля. Стоимость обеих карт сейчас одинаковая – $150, а возможность откладывать себе на депозитный счет разная, как и привилегии по картам. Ежемесячный депозит для партнеров Gold – $57, а для партнеров Platinum – $100 в месяц. При этом платиновые партнеры получают дополнительные привилегии – раннее бронирование туров, личный трансфер в некоторых турах, ранний заезд, поздний выезд в отелях и так далее. От депозита можно отказаться, пригласив в клуб 4 своих друзей или незнакомых людей через интернет на такой же пакет, что и вы. При этом, если ваши партнеры покупают карту Gold, то вы получаете 400 Dream Trip поинтов, а если карту Platinum, то вы получаете 800 поинтов на свой внутренний счет. Эти деньги вы можете использовать на удешевление своих туров сразу после их начисления.
И после того, как по вашей ссылке в клуб зарегистрируется 4 человека, вам больше не нужно откладывать депозит, но компания будет продолжать вам его начислять согласно тарифу вашей карты. И ровно через год вы получите на свой счет дополнительные деньги в виде поинтов. Партнеры Gold $684, партнеры Platinum $1200. Который также сможете использовать на удешевление туров целый год. И так каждый год. Это все, что касается сервиса и членства в клубе. Но есть еще возможность зарабатывать деньги вместе с нами. Если коротко говорить о сути бизнеса, то все вы знаете, что такое сегодня IT-индустрия. Все сталкиваетесь ежедневно с мобильными приложениями, с партнерскими программами, кэшбэком, начиная от онлайн-банков и заканчивая такси операторами связи. Мы занимаемся тем же самым, продвигаем сервис Dream Trips путем рекомендаций. На сегодняшний день 32 страны в мире открыты для официального сотрудничества с нами. А это значит, что вы сможете вести свой бизнес удаленно, через интернет, находясь в любой точке мира 24/7. У компании есть несколько офисов. На фото головной офис, который находится в Техасе. Еще есть офис в Малайзии, в Куала-Лумпур, в Амстердаме и на других континентах. Для того, чтобы начать строить бизнес вместе с нами, вам достаточно поставить галочку напротив франшизы при регистрации. Это стоит плюс $25 в месяц. Вы получаете дополнительный бэк-офис, личный кабинет на сайте компании, помимо приложения с турами, в котором формируется вся отчетность и находится вся важная информация о вашем бизнесе. Вступив в клуб и пригласив своих первых 6 партнеров, вы зарабатываете $320 живыми деньгами, то есть возвращаете стоимость карты и избавляетесь от необходимости делать накопительный депозит. А приглашая в свою команду людей и дальше, вы получаете ранги по маркетинг-плану и как следствие увеличиваете свой доход. Когда в вашей команде будет 30 человек, ваш среднемесячный доход будет примерно $500, а это больше средней зарплаты в большинстве городов нашей страны. Ну а дальше больше. Чем выше статусы, тем выше доход и дополнительный бонус от компании. Какую помощь вы получаете от лидера, вступая в наш клуб? Естественно, у нас есть подробное обучение продвижению бизнеса как офлайн, так и онлайн. Наставники помогают выстроить грамотную стратегию роста и разобраться, как все это работает. У нас регулярно проходят онлайн-презентации, на которых мы рассказываем о клубе, о возможностях. И пока вы во всем разбираетесь, вы можете приглашать на них своих потенциальных партнеров. В каждой стране, в сотнях городов регулярно проходят travel-пати для всех желающих совершенно бесплатно. Вы можете приглашать на них своих знакомых или кандидатов, которых найдете в интернете. Афиши всегда выставляются заранее на внутреннем канале и в чатах. Что касается онлайн-продвижения, мы предоставляем готовые инструменты, которые позволят вам развить свой собственный бизнес в рамках клуба и обеспечить себя дополнительным источником пассивного дохода. Это топ-лидеры российской команды, которые начали развивать клуб 2 года назад. Некоторые присоединились позже, но уже успели достигнуть высокого уровня. Доходы этих ребят от 10 до 25 тысяч долларов в месяц. И за каждым из них команды из сотен и тысяч людей. И это всего лишь за каких-то 2 года работы. У каждого из них тогда был всего лишь один выбор – Gold или Platinum. И как я уже сказала, стоимость этих карт изменится с 19 июля. Карта Gold останется по той же цене. Платина будет стоить $299 и появится новый пакет. Пока мы еще не знаем, как он официально будет называться и называем ласково его Dream Trips X. У него будут дополнительные привилегии и стоить он будет $699 единоразово. После вступления в клуб у вас будет целых 2 недели, чтобы разобраться, как все это работает. И, возможно, вы успеете воспользоваться каким-то из продуктов на платформе. И если вдруг вам что-то не понравится, компания вернет вам деньги. По данному хэштегу USBH вы можете отследить контент в Instagram и посмотреть реальные фото и видео из наших путешествий. Если вы готовы начать прямо сейчас или у вас остались вопросы, то свяжитесь с человеком, который дал вам это видео. До встречи в клубе!